Ну, для начала хочу сказать спасибо всем, кто меня поддерживал. Первый период прошел, конечно, для меня тяжело. Все равно, раз первый матч был, потом вроде это. Пошел в игру и уже более-менее было. Я все равно тренировался, готовился еще там в Чебаркуле у себя, да. Леха пропахнул, забудь сказать. Все равно понимал то, что надо будет работать, там для себя работал уже. Сюда пришел, конечно, было тяжеловато его. Чувствовал это как-то психологически, чуть подавливало или наоборот окрыляло, что люди все ждут? Я увидел на трибуне, там плакаты сделали, да, с 9 номером. Не знаю, сначала заволновался, если честно. А потом уже первые две смены прошло, и уже более-менее нормально стало. Несколько смен выходила тройка: Лешков, Белов, Степанов, тюменская тройка на радость болельщикам. Здорово, что в клубе снова большое внимание воспитанникам, шансы дают своим. Это, наверное, да. Хочу сказать большое спасибо руководству, что приняли меня в команду, дали мне шанс. Все зависит от меня, от нас, от молодых.